Сегодня прошла совместная итоговая коллегия регионального министерства строительного хозяйства и ЖКХ и службы государственной жилищной инспекции строительства надзора Тувы. Евгений Овсяников в своем докладе озвучил итоги ведомства за 2017 год. Так, за прошедший год в сфере капитального строительства в республике было введено в эксплуатацию более 3000 квадратных метров. Это 4 многоэтажных дома. Помимо этого, в данный момент на стадии оформления правоустанавливающих документов находятся еще 6 домов с общей площадью около 10000 квадратных метров. По словам министра ведомства, в целом за 2017 год ввод жилья по республике составил 100 тысяч квадратных метров, 2500 из которых были введены за счет строительства домов для детей-сирот. Также в прошлом году были построены и социальные объекты: лицей номер 16 города Кызыла, пришкольный интернат, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт и другие. Кроме того, ведомство разработало план стратегии развития жилищной сферы и жилищно-коммунального комплекса до 2030 года. Так, министерством определено улучшение обеспечения жильем населения республики. За 13 лет планируется построить дополнительно 1905 квадратных метров жилья. Общих жилищный фонд на начало 2017 года 4382 квадратных метров. К 2030 году составит 6314,4 квадратных метров. Развитие жилищного строительства связано в ближайшие 3 года с развитием приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье».